Наступила весна. Начинают распускаться первые весенние цветы. Зима пока еще не отступила. Давайте полюбуемся на цветы, нарисованные знаменитыми художниками. Если присмотреться, то в огромном множестве работ находишь в картинах что-то действительно особенное, так как каждый художник нес в рисунок часть своей индивидуальности и мировоззрения. Символ весны, олицетворение самого чистого и светлого на земле, цветы, воспевались поэтами еще в седой древности. Слепец тот, кто не способен радоваться и удивляться этим волшебным творением природы. Радоваться и удивляться цветам всегда умели художники. На родине натюрморта в Голландии в середине 17 века в моду вошли пышные букеты разнообразных цветов. Разновидность такого натюрморта называют живопись цветов. На полотнах мастеров, отображающих великолепное цветение природы, преимущественно изображены редкие сорта садовых цветов.